дома! Ночью! Что вы, мужчина, пытаетесь сказать? О чем ты? Какое еще проклятие? Между греками и египтянами пропала гармония. И боги разгневались. Я на Нефер, и я не знаю, грек я или египтянин. Ведь я сирота. Да какая разница? Дочь пропала. Объясни. Это египетская богиня. Сила. Насылает змей на греческие кварталы по ночам. Жалят только греков. Ход вещей нарушен. Сам проверь. Это к северу от виллы. Ладно, разузнаю, что смогу. Так, оказывается, это не так просто. Проклятие Оджит. Север Оджит, я сказал бы, вот тут 50 метров это находится. Нет. Что это? Что-то, что это? Боги гневаются. Я сейчас испугался. Звук сам, блин. Шел с севера. Должно быть, это... Чую запах горелой плоти. Что произошло? Смотрите, какая змея огромная. Откуда здесь взялся кувшин? Похоже, внутри кто-то есть. Змея! Их переносили в этих кувшинах. Еще одна жертва проклятия Уаджит. Третья за неделю. Эти греки сами виноваты, вот что. Но кто меня спросит? Я всего лишь скромный египтянин-смотритель, что убирает за этими некит едет. Эй, погибли люди. Помолчи. Я осмотрюсь. Лучше бы ты помнил о цвете своей кожи, сынок. Нам всем нужна гармония, а не бездумные осуждения. Мы построили святилище в пещере под развалинами храма. Идем с нами отдать почести Уаджит. Египтяне должны быть вместе. Может, позже, когда осмотрюсь. Так. Ага. Что-то мы нашли. И лошадь мертвый кошмар. А ну мы же только что там были вроде бы. Или не. Такие же кувшины я видел в греческих кварталах. Они тут разводят змей. Боги, не терплю змей. Снова змеи! Ну почему всегда змеи? Кто еще? Где? Кто на миленького? Искусное святилище Уаджит, богини змей. Всему мне не придется искать смотрителя. Он сам меня нашел. Он внутри. Выйдет, сразу хватайте. Ему не уйти. Смотритель, это были. Ты твои... мне атаку прервал. Прикинь, мне атаку прерываете, ребят. Пес. Я борюсь за Египет. Я не имею, кстати, зачпокать могут так. Я не служу никому. Сражаю за всех людей. Давай, давай, чпок, у меня аж ППС просаживается, не знаю из-за чего. Из-за этих махачей. Да блин, давай же, ну.
что с... Иди, чуваки, вы меня сейчас можете зачпокать. Друзья тебя заждались. Убежишь. Падай. Поймал. Прикиньте, чуть не зачпокал меня, вот паршивец такой. Вот что Птолемей сделал с Египтом. Баланс был нарушен. Опасный только чел. Злоба и раздор. Но я могу спасти пленника. Люди Смотрителя держат его в Паноке. Смотритель использует богиню, чтобы убивать греков. Столько ненависти. Видел бы Ая. Об этом и говорил Заикан Ненефер. В Египте нет гармонии. Еще одно злодеяние Смотрителя. Эти греки оказались не в том месте и не в то время. Так, слушай, я хотел узнать, что-то у меня сколько там. А, у меня 5 очков даже. Так, лучше находчий лук. Удерживающий усилий выстрел и пробить щит. А, у меня не было. Максимальный усиленный выстрел из охотничьего лука пробивает щит противника. Во, вот это нужно мне с вами изучить. Убежище Смотрителя где-то впереди. Кинуться. О, запах гниющей плоти. Священные традиции наших предков перенесли не учение. Поэтому Ваджит оставила нас на растерзание греха. Ну, он не сбежит. Ты так его избил, что он истекает кровью. На ногах не стоит. Ты там выживаешь. Убегай. Еще одно святилище у Аджит. Можешь встать? Давай. Хвала Серапису, ты здесь! Встать не могу! Меня били! Тихо. Я вынесу тебя.
Так, а куда? Еще дальше надо. Пойдешь сам? Меня били, потому что думали, что я грек. Стой, ты не заикаешься? Я так испугался в тот раз и стал заикаться. О, боги, правда не сыскать. Ну, ты жив, Нанефер? Цени это. Я-то жив, но ход вещей нарушен. Ты ведь знаешь, Меджай, что все люди должны жить в гармонии. Пусть Серапис нам поможет. Культу Смотрителя пришел конец. Но Нанефер прав. Баланс в Египте нарушен. И виной тому Орден Древних. Угу. Так, на этом все, ребят. Что там за лук мне дали? Лук. А, легендарный легкий лук. Отравление при попадании. Интересно. Слушай, а легкий лук, он типа... Так, где троечка, да? А, ну он просто быстро стреляет, я понял. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, ну у меня был вообще... Где он у меня? Вот этот был. Хищник. Не, просто я комбинирую хищник и, в принципе, охотничий лук. Хотя хотелось бы, конечно, все, что было. Так. Пока.